Так, всем привет. Слышно, видно? Ага, пум-пум-пум. Поставьте плюс, если и слышно, и видно. Так, темно, жесть. Вообще, лицо мое видно, да? Давайте я поменяю, белое поставлю окошко, а черное уменьшу. Чуть светлее стало. Так, так. Ну, теоретически должно все работать. Так, так. Как же свет здесь сделать? Так, ну вот так будем. Всем привет из Петербурга. Питер, как дела? Кто из какого города, пишите. Ну, сегодняшний эфир, он такой спокойный, вечерний, знаете, такой, никто никуда не торопится. Можно заниматься своими какими-то любимыми делами. Параллельно пишите вопросы, параллельно получаете ответы. Спокойный вечер. Час посидим, поболтаем, может, что-нибудь прикольное придумаем. Вот. Так, сейчас мне уже вопрос задали, сейчас я его зачитаю. В личные сообщения был отправлен вопрос. Добрый вечер, Краснодар. Евгения, привет. Михаил, привет. Мила, привет. Виктория, привет. Елена, привет. Привет, вот Океластик из Питера тоже привет. Я в Питере. В Питере. Вопрос. Как справиться с депрессией? Может ли она... Долго ли она может длиться, когда пора обращаться к психотерапевту? Задали мне такой вопрос, я на него сразу уже ответил, а сейчас я просто повторяю там свой ответ, потому что, может быть, кому-то такая актуальная история будет. Ну, во-первых, это вопрос точно не мне. Я сразу перенаправил к своему знакомому психотерапевту Павлу Букову. И психотерапевт, он психиатр, он врач, может даже таблетки выписывать, если, собственно, понадобится клиенту. Но перед тем, как это делать, он проведет, ну, давайте назовем это так, осмотр, который будет включать в себя обязательно, Иван, привет, заполнение тестов, Артем, привет. То есть никакого самолечения, никаких инстаграм-коучи или там тренеров там НЛП, обращайтесь к людям, у которых есть медицинское образование, психиатрическое, психотерапевтическое, клинический психолог. И пообщавшись с ним, я думаю, там в некоторых случаях там может быть там, ну, просто вот такая беседа в течение получаса, иногда это анкета. Я чаще встречал именно случаи с анкетой, после которой этот человек, специалист, скажет вам «да, да, нет, нет». Ну, собственно, или возьмет вас, собственно, в разработку, или скажет «перестань ерундой маяться, расслабься и там займись делом». Есть даже такое, я не знаю, это шутка, не шутка. В общем, в древнем Китае не было... ну, психических диагнозов, скажем так. И там, если у человека что-то с головой начиналось, его, этого человека, собственно, спокойно отправляли на трудотерапию, на каменоломни, там, в шахты куда-нибудь там, в общем, таким делом заниматься, физической активностью. И рекомендация здесь, пожалуй, вот плюс-минус такая же. Если у вас врач, психотерапевт, психиатр не обнаружил депрессию, то самое надежное и спокойное – это трудотерапия. Эти люди через 3 года, через 5 лет, там, например, возвращались, загорелые,
физически крепкие, с адекватным, прямым, открытым взглядом. И занимались уже, ну как, все познается в сравнении, да. И уже спокойно делом не занимались. И вот эта вот трудотерапия, которая выбивала просто из человека все вот эти вот, знаете, мечтания высоких логических уровней. Поэтому это другая рекомендация. Точнее, это рекомендация после того, когда человек понял, что никакой депрессии у него нет. Но лучше обратиться, конечно же, к психотерапевту, к психиатру. Вот такой ответ. Михаил Канаев, привет. Как у вас там дела? Как обстановка? Мы тут наблюдаем, переживаем. Напиши, пожалуйста, хотя бы в двух словах. Михаил Канаев спрашивает. Как вписывается тема потребностей в пирамиду логических уровней? Это уровень ценности или вообще это туда не вписывается? Я вот так это вижу и на практике, собственно, и преподаю. Хотя я с этой ситуацией скорее столкнулся и начал на него уже... мне это не рассказывали. Я это по-своему так понимаю. Вот у нас есть, представь, пирамида логических уровней. Это, скажем так, пирамида Роберта Дилтса, кто не НЛПер. Она состоит из таких 5 плюс 1, включающих в себя там уровней. В самом низу, который уровень окружения. Это про то, что вот вещи, предметы. Уровень поведения, действия, да, простые глаголы. Уровень стратегий, эмоций, привычек, навыков. Это третий. Уровень ценностей, собственно, про который спрашивает Михаил. Уровень идентичности или неких ролей, например, там, допустим, профессиональных ролей, там, еще каких-то. И шестой уровень миссии. Ну, есть такая, типа, как бы идея вложенности, связанности этих уровней. И Михаил спрашивает, как вписывается тема потребностей в пирамиду логических уровней? Это уровень ценностей или вообще туда не вписывается? И вот если мы возьмем уровень ценностей отдельно, просто вот, знаете, вот так вот нарисована пирамида, из нее такой раз, и тут появляется еще одна пирамида. Пирамида в пирамиде. И вот в этой пирамиде есть уже три уровня, которые состоят. То есть наши ценности, очень условно, можно разделить на три такие категории. Первый уровень внизу. Тут пирамида Абрама Маслоу. Тут пирамида Павла Симонова, по-моему, Павел его зовут или нет. И многие другие, так сказать, там интерпретации, когда психологи говорят, что у нас ценности тоже в определенной пирамиде находятся. Этих три слоя. Первый слой, уровень, это уровень потребностей. Как раз то, про что спрашивает Михаил. Потребности, они, скажем, базовые, там, знаете, без которых... Вот уровень потребностей – это то, без чего мы не можем выжить как человек. Ну и, например, базовая потребность может быть там связанная с едой, связанная с безопасностью, связанная с питанием и питьем воды, например, да. И вот эти вот там базовые там суперпотребности наши, которые есть, если мы их не закроем, то мы, все, умрем. Есть следующий уровень. Так называемые социальные уже ценности, в которых мы реализуем себя как человек общества. Homo sociumus. Человек, который реализуется в обществе, получает и делится каким-то опытом. Опытом, который важен обществу, который его принимает. Например, это тоже определенный уровень ценности. Есть еще третий, следующий уровень. Уровень идеальных потребностей, например, включается творчество, допустим. Там. Павел Симонов, пирамида потребностей, там, или Абрахам Маслоу. И, собственно, вот этот вот уровень вложен в уровень ценностей в пирамиде Роберта Дилтса. Вот я это вот так, собственно, вижу. И вот здесь уже на уровне там, потребностей могут быть варианты. Там, конфликт, например, там, может быть... Там, что важнее, например, там, комфорт или учеба? Вот, допустим, там, или зарабатывать деньги, или там, признание, например. Там. Или вот я сегодня общался
сегодня общался с человеком, у него прям дилемма такая стояла на уровне вот пирамиды логических конфликтов вот ценностей, классический такой конфликт ценностей. Он не хочет ни на кого работать, потому что для него работа равно рабство, но там типа денег нет. И он хочет деньги, и он хочет быть свободным. Ну, собственно, вот такие взаимоисключающие у него небольшие такие, скажем, конфликт у него такой. И беседа, по сути, была вокруг этого всего. Ну и как, не буду говорить итога нашего там разговора. В общем, идея как раз именно в этом и заключалась. Вот. И при принятии решений человек обращается к своим ценностям. И всегда, всегда, я думаю, что без исключений, потому что это в природе человека, принятые решения, они всегда идут из более значимой ценности. И вот те, кто говорят, может быть, вы там слышали, судят по поступкам, не по словам, а судят именно по делам. Я бы добавил, наверное, чисто NLP-ски такую фразу. Судят, ну, то есть судят, это в смысле понимают природу человека, причину его там принятых решений, по принятым решениям все-таки, не по ценностям как таковым, потому что некоторые люди говорят про свои ценности и, ну, там, лукавят, мягко говоря, то есть выдают желаемое за действительное, не до конца там честны бывают там и так далее. И то есть любой человек, принимая решение, собственно, делает его из своей сверх, ну, более значимой ценности. Для кого-то, ну, давайте такой пример приведу, который я привожу иногда на практике. По-моему, фильм называется «Форс-мажоры». «Форс-мажор». Это не сериал «Форс-мажор», это фильм. Представьте, образ такой. Горы европейские, где люди, там всякие стоят шале, люди занимаются тем, что катаются на горных лыжах, например. Там вот один из прекрасных там дней. Стоит такое, ну, там, домик небольшой, ресторан, сидит семья, мужчина, женщина, ребенок. И так попивают кофе. И одеты в таких горнолыжных костюмах, и так болтают как бы ни о чем. И вдруг на них болтают, телефоны вот так вот рядом лежат, там, вот общение у них такое. И вдруг на них идет такая лавина, которая вот просто на них вот так вот идет. В этот момент, когда уже вот лавина, вот-вот, буквально там осталось там минуты две, наверное, до конца, мужчина хватает телефон, бросает свою жену с ребенком и убегает. Лавина проходит мимо. Ну, собственно, мужчина возвращается, как говорится, переговорный кейс, поехали. Ну, собственно, вам можно задать такой там вопрос, да, условно, как бы вы поступили? И вот я уверен, все на словах скажут, я останусь там семьей, я обниму их покрепче, я им скажу, я их там люблю, а никто не знает, как вы поступите на самом деле. И вопрос на этот вопрос, честно себе, ну, там, вы в глубине даже души, может быть, там и не признаетесь. И осуждать его мы не можем. Я ни в коем случае его там не отмазываю, конечно, он там плохой человек, не надо так, надо там как-то по-другому поступать, там, надо взять их в охапку и бежать куда-то. Но вот он поступил, как поступил, ему теперь с этим жить. Ну, собственно, про это весь там дальнейший фильм, который абсолютно не интересен. Вот начало очень прикольное, а дальше вот типа движуха началась. Вот, пожалуйста, человек поступил, исходя из своей системы ценностей. В NLP даже есть такая пресуппозиция, которая звучит как «человек делает наилучший выбор, доступный на данный момент». И вот в данный момент он поступил именно так. Вот. Ну и некой мудростью является уметь, наверное, понимать, как действительно человек принимает свои решения на самом деле. Вот такой ответ на вопрос. Михаил, поставьте плюс. Михаил, поставь плюс, если ответил на твой вопрос, поставьте восклицательный знак. Если ответил на ваш вопрос, а вы его и не задавали. Юлия пишет из ВКонтакте. У нас трансляция в GetCourse, в YouTube и ВКонтакте. Спасибо. Спасибо. Так, Юлия спрашивает. А еще вопрос. Вот в вашей лекции, Александр, было понятие сцепления по импринтам. Что это значит?
сцепление по импринтам. Вот с моей точки зрения, ну, такая сейчас будет тоже ответ такой растянутый во времени, все как мы любим. Но представьте, живет человек, как говорится. Счастье хочет себе и каждому. Как говорится, ничего там не предвещает. И вдруг он оказывается в какой-то достаточно болезненной для него психологической ситуации. У него забирают что-то дорогое, например, там. Или что-то происходит, что угрожает его, ну, там, сверхценности, безопасности, например. Или, например, там он попадает, например, вот сам не хотел бы в какую-то ситуацию, в которой он бы хотел бы помочь, вот не может на его глазах что-то драгоценное, ценное ему рушится, уничтожается, например. И для этого человека в какой-то традиции это называется там психотравма, например, там. Где-то называется это там просто, ну, там, например, там какая-нибудь произошла. В НЛП есть этому название импринт. Вот именно в НЛПерском смысле этого слова, где импринт – это некое запечатлевание, как перевод, импринт – как отпечаток, отпечататься, импринт. И вот это вот событие, которое произошло отпечатком, оставило в его душе глубокий след. И часто в этом событии есть другие люди. Это не обязательно событие, где он там просто смотрел телевизор и что-то произошло. Это часто именно он активный участник. Предательство, например, там какая-то трагедия и так далее. И вот есть там участники. Ну и, допустим, там вот в этом случае, который мы перед этим рассматривали, мужчина, женщина, его жена и ребенок, его ребенок. И вот он такой собирается убегать. И лавина проходит мимо, он возвращается. Это для женщины это супер импринт. Импринт предательства. И в нем она уже по-нормальному на этого мужчину смотреть не может. И она делает какие-то выводы на основе этого события. Иногда это может быть в виде конкретного там убеждения. Допустим, там никому верить нельзя. Или там тем, с кем я, например, там любила, с кем была открыта и честна, там, например, там еще что-то в этом роде, могут предать, допустим, там. Или меня могут бросить в любой момент, когда я там, казалось бы, нахожусь в безопасности. Мы не знаем, какой вывод она сделает, но она его запомнит не только словами, как поверхностной структурой, но и опытом, скажем так, образами, звуками, ощущениями и так далее, запахами, там, вкусами. Вкус кофе у нее там, например, запечатлится, запах морозного вот этого вот дня, утра запечатлится. Запечатлится там, может быть, какое-то дуновение ветра или еще что-то, и это останется таким отпечатком. Почему этот отпечаток, собственно, создается? Потому что мозг, не желая попасть в похожую ситуацию, запоминает предпосылки и саму ситуацию, чтобы потом эту ситуацию завершить каким-то образом, что-то сделать такого, после чего это событие завершится самым лучшим образом. И вот эта женщина теоретическая, да, абстрактная, которая у нас там в голове где-то сидит и пьет кофе, будет подтаскивать похожие ситуации, похожих мужчин, похожие ситуации, чтобы эту ситуацию разрешить не внутри себя, а снаружи. Можем другой пример взять, допустим, там может быть более приближенный. Если такой абстрактный из фильма, там, пример, ну вот, допустим, там произошла измена. Мужчина, женщина там живут вместе долгое время. И тут вот он или там она изменяют. И супруг, супруга, допустим, там для драматичности, собственно, приходит в самый... Возвращается муж. Муж пришел пораньше, увидел побольше. Возвращается и видит, что вот жена там, например, с сантехником, как в тех фильмах, помните? И все. И у него это запечатлилось. Он хочет это завершить. Он хочет завершить вот эту ситуацию. А как он эту ситуацию будет выявлять среди остальных ситуаций его жизни? По вот этим вот признакам. Запахи, вкусы, ощущения и какие-то картинки. Так называемые гештальты, образы. И вот часто вот этот импринт, вот это запечатлевание
Это, кстати, может быть очень ресурсная история. Человек вот выхватывает буквально. И вот с моей точки зрения, ну как не с моей точки зрения, я часто просто замечал своим личным там опытом, что вот просто, что называется, искра, буря, безумия. То есть вот просто что-то произошло, щелчок, и как мне кажется, это мое подозрение, глаза, взгляд играет там не последнюю роль. Почему? Потому что глаза очень точно передают состояние человека. Ну, я имею в виду глаза как взгляд, как элемент лица. Допустим, там нахмурился он, например, там, улыбнулся, расслабился, напугался. Вот эти все признаки, вот эти все, ну, так сказать, там, реакции, это, по сути, такая эмоция. Ну, скажем, как бы проявление этой ситуации. И человек, у которого, например, представьте, вот двое, агрессор и жертва, посмотрели друг на друга, когда агрессор начинает причинять там боль жертве. У агрессора гнев, у жертвы страх. Вот они увидели друг друга и как бы соединились в этом импринте, который не завершился, и вот они дальше ходят. Ходит где-то агрессор, ходит где-то жертва. Это уже другие люди. И вот вдруг они раз и встретились. И вот их начало прям буквально тянуть друг к другу, чтобы они опять соединились в этот импринт. Ну и, собственно, получается такая ситуация, очень простая. Мы, вы, ходим вот так вот по улице, и вдруг в какой-то момент видим это лицо или видим эту ситуацию. Ну, потому что визуально плохо управляемо, собственно, и у нас появляются сразу такие эмоции, ощущения. И все, и мы в этой ситуации. Как сказал однажды Александр Герасимов, умная фраза, переговоры – это всегда с самим собой. Иногда там появляются другие люди. Вот то же самое можно сказать и про импринт. Импринт – это всегда личная история. Иногда там требуются внешние актеры, которые будут играть. Но очень часто мы сами будем являться внешним актером какого-то человека. Поэтому вот эти все ситуации, собственно, вот это именно я имел в виду, когда говорил, что взгляд – это приглашение в импринт. То есть, когда вы видите другого человека, вот смотрите на человека, он вам показывает какую-то эмоцию, и все, у вас проносится очень быстро в бессознательном этот гештальт, этот образ, и вы хотите опять обратно в эту ситуацию, чтобы ее разрешить. Вот как-то так, Юлия. Поставьте плюс, если ответил на ваш вопрос. Поставьте восклицательный знак, если ответил на ваш вопрос, а вы его и не задавали. Артем пишет. Вопрос. Педагоги и родители в течение 10 лет интенсивно запугивают детей, внушая им важность успешной сдачи экзаменов с первого раза. Важность внушает страх, из-за чего дети плохо сдают экзамены, тем более с первого раза. Как обесценить эту важность? Или что еще можно с ней сделать? Да, спасибо за ваши плюсы, восклицательные знаки. Артем, ну, давай я побуду, скажем так, адвокатом дьявола, адвокатом этих родителей, у которых, например, я могу предположить, что тоже были родители, которые тоже их также запугивали важностью экзамена. Могу свой пример привести много раз. Я учился в обычной советской средней школе. Я был октябренком, был пионером. Ставьте плюсик, кто был октябренком и кто был пионером. И у нас вот это вот, скажем так, инициация, то есть такое какое-то событие, которое до-после, это событие, ну, скажем так, нагнеталась важность этого. Потому что, ну, во-первых, это определенные такие требования к, ну, к самому человеку. Даже вот Дмитрий был, Мила была, Виктория, Океластик, Елена была комсомольцем. Комсомольцем. Я бы, кстати, стал комсомольцем. Я вообще такое делал, все, что мне говорили. Ну, скажем, но при этом свою параллельную линию всегда мутил. Элина только октябренком успела в последний год. Прикольно. Тест на возраст, как говорится.
Так вот, двигаемся дальше. И вот эта вот идея, Артём, инициации, Михаил был тоже. Идея инициации, она предельно важна для общества. Архетипического перехода из дитя в трикстера, из трикстера в воина, из воина в хозяина. И раньше на это все очень было много, скажем так, скриптов, говоря на твоем языке, сценариев, где обязателен был компонент инициации. Инициация существует и сейчас, скажем, архетипически. Просто каждый из нас, не желая проходить эту инициацию, как будто замирает в своем предыдущем архетипе. И так и оказывается, что человеку там под полтос, например, там, он все еще дитя где-то в душе. Пол не важен в данном случае. И вот этот вот архетипический там переход от дитя именно к трикстеру, ну, на самом деле там могут быть другие названия, как вы догадываетесь, да, скажем так, от октябренка к пионеру, допустим, или от мальчика к мужчине, или там мальчика к подростку, к парню, например, там, к юноше, там, к мужчине, к отцу, там, например, к главе семейства, это все Алексей член совета дружины. Прикиньте. 100 лет было, по-моему, в прошлом году, да? Я думал, кстати, прям искренне верил, что на столетие возродят как раз какие-то вот эти октябрятские там движения, как это назовут, конечно, по-другому, но вроде кроме Сатурна ничего и не сделали. Только Сатурн, по-моему, да, остался там. Так вот, дальше. И общество, дисциплинарное прежде всего, общество монополизировало вот это вот буквально, вот этот процесс инициации. Ну, само обществу, обществу самому важно, чтобы вы эту инициацию прям прошли. Ему это важно настолько, что, например, в каких-то диких племенах ребенка, например, могут там отправить ночью куда-то, чтобы он вернулся с добычей. Если он не вернется там с добычей, то не нужен такой человек племени, например, там. Ну, это понятно, там, условно, как бы в нашем случае практически невозможно, но, допустим, там в некоторых, ну, там, сообществах, закрытых особенно, эта ситуация сплошь и рядом происходит. Ну, допустим, там, до первой крови, драка до первой крови, допустим, там, или, ну, там, какое-то дело надо там провернуть, или еще что-то, чтобы, допустим, если вы просто даже в принципе приходите в какое-то общество профессиональное, ну, там, может быть, не надо писать, но если хотите, напишите. То если в вашем, например, там, группе, коллективе, там, еще где-то появляется какой-то новичок, то вы на него так немножко скоситесь, смотрите, типа, ну, а ты докажи, что ты адекватный. И люди доказывают, например, там, происходит процесс инициации. В некоторых случаях это может называться там как-то по-другому, прописка, например, там, или надо убедиться, что он свой. О, есть, называется движение первых, прикольно, я не знал. Они повторяют структуру, да, именно пионеров. Я посмотрю. Движение первых называется, прикольно. В некоторых случаях это может быть какая-то очень жестокая ситуация. В некоторых это чисто психологически жестокая ситуация. То есть просто человеку надо, ну там условно, прыгнуть вперед, сделать этот прыжок веры. На самом деле там все нормально, ему просто надо это преодолеть. Преодолеть себя, победить там себя. И все, и человек проходит или не проходит эту инициацию, и его заставляют пройти там на следующий какой-то год. И вот как помочь ученику третьего? И вот само слово «экзамен» психологически очень давит. Потому что со словом «экзамен» у нас связаны самые вот эти вот точки принятия решения. Да или нет. Я бы что точно сделал на этом уровне, на уровне там «дети», взрослые, я бы убрал коллапс со слова, коллапс вот этого трагизма, коллапсировал бы слово экзамен, убрал с него вот это вот, само вот это вот такое нагнетение какой-то сверхважности этого слова. Как у некоторых существует там слово работа, например, там из-за слова работа
куча каких-то нересурсных там состояний. Это первое, что он сделал. Во-вторых, человеку надо просто пройти психологическое вот это вот взросление. Можно сделать это в комфортной обстановке под названием там, ну, типа подготовка к экзамену, где вы создаете прям условия экзамена, ребенок проходит, и вы доносите до него: для меня ты этот экзамен сдал, ты инициировался, ты прошел, ты уже перестал быть там мирянином, стал практиком, все, поздравляю, ты прошел этот там путь. В-третьих, что бы я точно сделал, это работа с субмодальностями, конечно. Если вы обратите внимание на этого подростка, который говорит про себя и про того, кто принимает экзамен, очень часто субмодально именно. Я маленький, они большие. Я один, их несколько. Я там, скажем, там незащищенный, они там наваливаются на меня, яркие там, допустим, там сочные какие-то еще. То есть вот этот вот, скажем, момент, когда мы просто подравниваем хотя бы подравниваем там фигуры или, например, там меняем, скажем, образ вот этого там большого, делаем, может быть, даже в меньший, как раз даст ему это спокойствие, там, эту уверенность. Это как минимум эти варианты. Плюс я бы психологически все-таки там поиграл бы с субмодальностями именно самого слова. Когда, я думаю, там ему кто-то говорит и говорит «экзамен». И само слово даже звучит как большое какое-то, угрожающее, например, там. ВПР, ВПР. А что такое ВПР? ЕГЭ, ЕГЭшечка. Да, это просто, ну, скажем, фиксация промежуточных результатов. Это никакой не экзамен. Неужели человек не сдаст? Ну, я не знаю, сейчас оставляют на второй год. Сейчас вообще можно остаться на второй год? Ну, я не знаю. Мне кажется, сейчас такая халява в учебе, что остаться на второй год, ну, нереально просто. Ну, я не знаю, что надо сделать, чтобы остаться на второй год, наверное. Ну, то есть, любой сдаст. Вот. Не знаю, Артем, ответил на твой вопрос? Да, нет? Короче, все эти инициации. Просто в какой-то момент ты становишься психологически таким взрослым. Я думаю, многие из нас такие уже есть. Можно, если сам хочешь. О, Роман, привет. Психологически становимся такими уже, это, что сами уже участвовали, понимаем, насколько это... Ну и скорее даже другим, кто приходит к вам на экзамен, вы хотите как будто, как по принципу дедовщины, отомстить за свой страх. По мне так это, ну, как минимум глупо. Я на практике, например, просто говорю, там, допустим, там сертификат – это просто бумага. Экзамен будет принимать у вас жизнь. НЛП вы не изучите, никак вы не сможете его изучить за, там, сколько там, типа, там, 12 дней, там, допустим. Я сейчас буду делать, например, там, практику, мне 15 дней будет делать. Мастер тоже у меня будет, ну, в планах 16, скорее всего, больше. Вот в Питере практик будет 16 дней. 16 дней. То есть вы не изучите практик там, поэтому это навык, который надо применять. Все. Вот. Следующий вопрос. Если резкие, сильные эмоции и чувства возникают к человеку, говорят о 100% попадании в травму, с очень большой вероятностью. Если, особенно Евгений, если это такая, как бы, очень неуправляемая история. Помните фразу, которую сказал Герасимов? Нами управляет то, что мы не осознаем. И, ну, как бы, если вы чувствуете, что вас ведут, а не вы ведете, что вы объект, а не субъект, чем объект отличается от субъекта? Вот буквально скажите. Вот одной фразой. Объект отличается от субъекта. Если вас ведут, то, скорее всего, вас ведут в какой-то свой импринт. Зато на мастере, на защите модели ты жестишь. Да, ну, как бы, часто мастер проходит в такой слишком доверительной обстановке, и мне здесь надо показать свои колючки. У меня в школе по итогам каждого года учеников пишет Дмитрий Кондров. Дмитрий Кондров, наш Дмитрий Кондров. Распределяли по классам от элитного до дегенератов. Не сдал экзамен, выгнали. Нужно с детства относиться сурово, конкурентно к
Кстати, один из школьников пошел и повесился, не выдержал, пишет Дмитрий. Повесился, так вот покачался, слез и пошел пересдавать. ВПР – это чтобы из маленьких деток невротиков делать. Взрослые экзамены в младшей и средней школе. Нормально получается? Взрослые диагнозы у школьников. Субъект влияет на объект? А чем субъект от объекта отличается? Объект не может сказать «нет». Понимаете? Если вы не можете сказать «нет», вы объект, а не субъект. Фу таким быть. С моей точки зрения, если мы говорим про экзамен, ну, конечно, в некоторых случаях экзамены важны. Но это не экзамен-экзамен, а это возможность доступа к следующему материалу. Там, как способности, ну, единственная, наверное, возможность адекватная, убедиться, что предыдущее все усвоено. Ну, как вы представляете, например, давайте все будем права раздавать, например, на вождение автомобиля. Просто вот тебе права, вот тебе права на вождение автомобилем. И, ну, как бы, там, дальше сами катайтесь, как хотите. Но мы же не в Индии находимся и не в Таиланде, хотя там тоже права нужны. В Индии вот я не уверен, что нужны права. И вот все там ездят, как хотят. Вы бы хотели так, чтобы люди без прав вообще могли ездить? Конечно, нет. Хотя в некоторых, например, там ситуациях, я про это уже говорил и буду повторять много раз, детей, например, там могут рожать, и с точки зрения там руководства страны это, наверное, правильный ход. Без вообще каких-то, ну, скажем, хочешь рожать, рожай ребенка. А хочешь на машине ездить, подожди, на машине, только после получения прав. Вот. Давайте ваши вопросы. Время так быстро пролетело. 40 минут пролетело, прикиньте. Да, вы там, кто, переходите по ссылке, у нас есть клуб, НЛП-клуб, место счастливых людей. У нас есть курс по самооценке, прямо сейчас идет еще, можно присоединиться. Там, где я поправляю самооценку, чтобы люди были все адекватные. И третье, это, конечно же, фестиваль НЛП в Турции. Тоже. Сейчас ссылки все скину. Вопрос, где, чем занят, какие планы? Я в Питере, корпоративный тренинг, 4 дня. Прям плотно, поэтому на этой неделе только в воскресенье у меня будет следующий эфир. Ну, для клуба, конечно, я там что-нибудь в течение, наверное, в четверг что-нибудь проведу. Клуб, курс по самооценке, фестиваль НЛП в Турции. Вот три события, которые я вам рекомендую. Ну, просто рекомендую. Еще вопросы? Как решиться на очень сложный шаг? Хороший вопрос. Как решиться на очень сложный шаг? Как решиться на очень сложный шаг? Ну, давайте так скажу. Как решиться на очень сложный шаг? Давайте вот с моей точки зрения есть, по сути, ну назовем очень условно, наверное, два принципиально разных способа. Они не противоречат друг другу, они дополняют друг друга. Первый способ заключается... Ну, давайте, первый способ рациональный, второй способ бессознательный, иррациональный. И если мы говорим про очень сложный шаг, я скорее склонен предположить, что он и, ну, там, рациональный и рациональный дает противоречивые там сигналы. Ну, там, типа, с одной стороны, с другой стороны, там, вот конфликт каких-то там частей. И вот есть рациональный способ эти части договорить, есть иррациональный. Рациональный способ заключается вот в чем. Первое. Матрица, как его, картезианский квадрат.
Запишите, вот картезианский квадрат – это где мы берем лист А4 и записываем. Что будет, если я это сделаю? Чего не будет, если это сделаю? Что будет, если я сделаю? Что будет, если я не сделаю? Чего не будет, если я это сделаю? Чего не будет, если я это не сделаю? Ну, собственно, вот и заполняем. Причем заполняем какими-то событиями, которые достаточно легко можно посчитать, измерить. Ну, там, в баллах каких-то, да, типа, допустим, там, вот классика примера на курсе НЛП практик, это с... Так. Классика – это покупка машины. Что будет, если я куплю машину? Что будет, если я не куплю машину? Чего не будет, если я куплю машину? Чего не будет, если я не куплю машину? И получается у нас 4 таких. Вот что будет, если я куплю? Я буду там свободно перемещаться, не зависеть там от там, такси, общественного транспорта, там еще чего-то. Чего не будет, если я куплю? Я не смогу купить себе там какую-то другую вещь. Допустим, вот так вот все расписывайте. И когда все это выписано, не обязательно это делать сразу. Это можно там развернуть. Ну, там, день, два, три, если сложный такой вопрос. И постепенно записывать и по баллам 10 оценивать. И дальше посчитать. Посчитать, если я куплю, посчитать, если я не куплю, с точки зрения там, плюсов и минусов, баллов, так скажем. Это такая попытка рационализировать, оцифровать, скажем так, измерить. Ну, вот это вот принятое решение. Есть другой способ, иррациональный. Есть и другие рациональные способы, но я вот прям, чтобы побыстрее, потезиснее. И так, вот сейчас еще ссылку на клуб. Так. Давайте актуальный пример. Слишком сложный вопрос. Для каждого Дмитрий лично сам пусть решает вопрос. Я даже подсказывать не буду. Ну, как бы, давайте иррациональный. Иррациональный я бы, скажем, предложил бы принимать решение, исходя из иррационального способа после определенной практики. У нас есть такая, называется колечко, практика, техника, колечко. Когда вы берете колечко и система идиомоторных сигналов, определяете, да или нет. Сначала устанавливаете, что будет ответом «да» на мой вопрос. Потом, что будет ответом «нет» на мой вопрос. И дальше задаете вопрос, который вас, вот, собственно, там, тревожит, душу бередит. Делать, не делать, там, ехать, не ехать, покупать, не покупать. И там будет такой очень измеримый ответ «да» или там «нет». Почему не подходят варианты там, с монеткой, допустим, там, или обратиться к кому-то? Вот есть предположение, что если вы, например, там подбрасываете монетку, то тут у вас нет опыта, скажем так, на подбрасывании монеток, и вряд ли вы выкинете то, что хочет бессознательно выкинуть. А в случае с маятником это достаточно очень заметно, сенсорно по-нашему, будет принято решение, там типа да или нет. Не подходит также способ обратиться к кому-то. Потому что вы, ну, допустим, там, к какому-то владельцу какой-то мантической системы, типа там карты Таро, там, гороскопы, гадания, любой формы. Если это будет делать другой человек, то это принятое решение будет учитывать его бессознательный интерес. Понимаете? Поэтому если вы... Это то же самое, как обратиться к своей подруге, например, с вопросом, а вот мне встречаться с этим парнем там или нет, спрашивает девушку своей подруги. И подруга ответит так, как выгодно ей. Естественно, подкрепит это все словами. Я это ради твоего же блага, но мы понимаем, чисто бессознательно, вряд ли она будет находиться в коуч-позиции, метапозиции, где она ну, там, достаточно осознанно эту ситуацию там, из бессознательного вытащит. Поэтому, конечно, вариант любой мантической системы. Если вы ни к какой из систем не принадлежите, ну, допустим, у вас нет инициации, вы не прошли экзамен по картам Таро, и вас не подключили к эгрегору Таро, и вас не подключили к этому эгрегору,
то самый простой способ – это через колечко. У меня есть видео на эту тему, там у меня на канале в YouTube. Если вы не можете его найти, напишите мне, я вам все эти ссылки скину. Ну, на это видео, и вы это там, посмотрите, сделайте по инструкции. Там есть ряд нюансов, которые обязательно нужно выполнить. Ну, тезисно это именно такой формат. Есть еще один способ про монетку, которую можно, скажем так, применить, но мне она не нравится, потому что это, ну, скажем так, когда вы подбрасываете монетку, орел, да, решка, нет, например, там вы ловите ее, то в тот момент, когда вы хотите открыть ее, вы уже будете знать, что вы хотите на самом деле. Тоже вариант. Но, как бы, я предложил вот эти вот варианты. Я как сторонник очень близких отношений со своим бессознательным, скорее сторонник именно бессознательного решения. Поэтому, если вам не нравится ваше рациональное решение, обратитесь к своему бессознательному. Как можно снижать важность цели, чтобы не зацикливаться на результате? Спрашивает Юля. Как можно снижать важность цели? Ну, Юля, хороший вопрос. Я, наверное, бы так ответил. Ну, во-первых, важность и результат точно никак не связаны на самом деле. Нет связи между важностью и результатом, потому что важность и результат, ну, это как вот в вопросе с экзаменом, да, помните, вот перед этим Артем там задавал. Как и в случае с экзаменом, важность – это просто некий субмодальный шаблон. Ну, то есть, скажу по-нашему, это какие-то дополнительные эмоции относительно этого результата. Есть, ну, там, психологически очень простые рекомендации на эту тему. Во-первых, представить, что, ну, что я уже проиграл, например, там. Вот, допустим, есть какое-то выступление. Что самое страшное может произойти, и это, допустим, произошло? Что будет тогда дальше? И вот часто вот это вот мысленное умирание, там, например, оно как будто обнуляет. Это для некоторых людей. Не всем, конечно, подходит, просто как один из способов. Мне он не очень нравится, потому что, в принципе, человек, ну, если, особенно если мы берем мирянина, да, который с НЛП не сильно там дружит, то вот эта вот способность легко управлять своими эмоциями часто у него отсутствует. Мне нравится. Я другие способы тоже могу перечислять, но мне нравится вот способ, в котором, который мне очень прям вот подходит, как говорится, умею, знаю, практикую. Это способ, я просто стремлюсь не попадать в такую ситуацию, где у меня есть важные и неважные там цели. То есть, да, есть неудачи, которые воспринимаются как обратная связь. Есть поражения, которые тоже можно воспринять там как опыт. Есть выводы, которые ты можешь сделать на будущее. И, ну, там, умный от мудрого, от глупого отличается тем, что умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих ошибках. И вы, глядя в этот мир, запросто можете выбирать быть умным или мудрым, например, там. Глупый не учится вообще. Как вариант. И сформировать, создать вокруг себя такое пространство, в котором вы на эти ошибки, ну, для вас значимости не будет, потому что даже если произойдет какая-то ошибка, то вы из этой ситуации спокойно выйдете. Ну и, собственно, и все. Ну, наверное, это основные ответы, я их больше там придерживаюсь. Если просто чисто технически снизить важность, то это вот там субмодально уменьшить этот опыт, сделать его, восприятие этого опыта, сделать его там черно-белым, сделать его там серым, маленьким, поместить куда-то вниз там или еще что-то. Ну, вот, наверное, как-то так. Дмитрий пишет. В средневековой Новгороде патриарха сложно выбирали. Несколько этапов. На последнем оставалось три. И путем типа колечка Бог указывал на патриарха. Всем все не важно. Экзамены отменить, а потом вот как результат дамбы смывай. И ЕСДМ на Жигулях 80-х. Без комментариев.
Колечко классно работает для бинарных вопросов. Да. Как называется техника для принятия сложных решений и отработать со страхом, похожей на кинотеатр, но с воображаемым стеклом? Не знаю. Как работать с последствиями определенного поведения и набор эмоций, если сам импринт вспомнить не получается? Элина, вот этот способ, который я скажу, он подходит для тех, кто продвинутый. Для тех, кто либо в курсе, прошел курсы на УП-мастер, либо в клубе долгое время находится. Способ называется сущностная трансформация. Сущностная прекрасна тем, что она работает, как мне кажется. У меня немного опыта на эту тему, пар буквально, с довербальными импринтами, то есть какими-то событиями, которых ты просто не помнишь. Но есть ощущение какого-то там чего-то, вот то, что не нравится. И мы берем это ощущение чего-то, что не нравится, и ну, как-то сущностное, что оно хочет, счастье, на тебе счастье, и так далее. То есть вот это вот, как бы это называть, довербальный, невербальный импринт, да? Даже ты, если его не помнишь, все равно есть какое-то ощущение, что-то не то. И ты в это ощущение даешь сущностное состояние. Угу. Есть еще вопросы? Так, тут был какой-то вопрос, наверное. Как мне нравятся ваши мини-курсы, это восторг. На какую тему будет следующий курс запускать? Какой следующий курс? Ну, в процессе еще принятия решения, какой следующий курс будет. Но я что-то в сторону фокусов языка посматриваю. Вот так, в сторону фокусов языка как-то посматриваю. Мне вообще нравится вот эта вот идея. Я слишком много вижу людей, которые, мягко говоря, не знают, что сказать. То есть вот это вот какая-то коммуникативная бедность, что ли, у них есть. Когда человек, ну как там, хорошая мысля приходит опосля или еще что-то в этом роде. То есть когда человек не умеет, например, говорить долго, непрерывно ни о чем. Ну, казалось бы, примитивнейший навык так-то, если разобраться, для тех, кто владеет фокусами языка. Мне хочется такой небольшой перчинкой, что ли, добавить в клуб что-то такое жестковатое, но мне кажется просто, что как бы вот эта вот жестковатость, не путать с жесткостью, она может обратным каким-то эффектом сработать на людях. И вот хочется как-то подготавливать людей, но пока не знаю, в каком формате и как. Как быть, ну, таким, как бы, грубым, что ли. Причем не уходить в жертву, в обиженку или в какого-то, знаете, такой... Я в домике. Я не вижу, значит, проблемы не существуют. Я понимаю, работа над этим как бы, ну, где-то глубоко внутри, внутри имеется в виду в опыте прошлом, опыте человека. Например, он из раза в раз опять подставляется в какую-то коммуникативную ситуацию и опять же сражается не с вами или там с кем-то, а с самим собой. И вот где-то эта грань баланса есть, когда человек умеет, например, там, поставить на место другого человека, иногда очень грубо даже, но не делает этого, потому что ему достаточно, что он умеет. Это как вот в принципах айкидо. Я не знаю, как там в данах идет в айкидо. Ну, там можно очень условно так, таких три уровня отследить. Первый уровень – это когда на человека кто-то нападает. Айкидо, помните, да, это такое боевое искусство, где акцент больше, наверное, на слове искусство, где мы, будучи айкидокой,
Например, там, вот на нас там летит удар, мы берем как-то этот, энергию этого удара, перенаправляем обратно в человека, и он там буквально втыкает в себя там эту палку, например, там, или себе попадает там по лицу, или еще что-то в этом роде. И первый уровень владения – это когда на тебя нападают, например, там, и ты можешь этого человека обезвредить. Второй уровень – когда на тебя нападают, ну, и ты энергию переправляешь. Второй уровень – это когда на тебя нападают, а ты эту энергию обратно возвращаешь этому человеку, и он себя, своей энергией разрушает. И где-то там есть промежуточные, конечно, уровни, и где-то наверху есть такой уровень, что на тебя просто не нападают. Вот просто ты стоишь, они вроде бы хотят на тебя напасть, но не нападают. Вот нет такого, что ты включаешь что-то в людях, чтобы они хотели на тебя нападать. И вот для меня это, наверное, высшее, скажем, высший уровень, высшее мастерство человека, владеющего, например, там, фокусами языка или какими-то аргументами, или какими-то, ну, вот этими вот там навыками, которые вот буквально сказал, и у человека вот нет вопросов. Вот я в этом направлении думаю, но это пока не точно. Я после тренинга по фокусам языка просто от вашего мастерства прям другими глазами посмотрела. Самый любимый тренинг, да. Артем, вернись сам или надо поуговаривать. Третий уровень, ты Юрий Беспалов. Может быть. Давайте еще вопросы, да? Третий уровень в любом контексте. Юлия, тут как раз вот третий уровень, это скорее больше про проработку себя, чем других. Точнее, чем наработка именно как навыка, да, когда на тебя нападают, ты эту энергию чувствуешь, уже переправляешь и там как-то возвращаешься, двигаешься правильно. Я такое однажды с одним крутым айкидокой, очень давно было, сейчас он, наверное, еще круче. Надо, кстати, может быть, как-то у него все это дело повыведывать. Слово за слово. Это был какой-то интенсив выездной, ну, типа Турции. И собрались мы как-то, и там вот, шутя про бесконтактный бой, начали говорить. Ну, может быть, видели в интернете все вот эти вот там замахиваются, там, чтобы кто-то замахивается, чтобы ударить, и такой отбрасывается и падает, например, там. Этот боец бесконтактного боя такой, типа, делает. Ну, понятно, фейк. Снято, ну, там, может быть, даже нанятые актеры. И как-то дискуссия такая была. А как это работает, штука? И я это на себе почувствовал. Когда этот человек подходит ко мне и делает такое движение в сторону меня. Но делает движение куда-то не в лицо, а куда-то вниз. Ну, вот, условно говоря, в пах, в паховую область. И я прям попятился. Ну, то есть, настолько это было на идеальной дистанции, на идеальном, с идеальной скоростью, в идеальный момент сделано, что у меня было вот это вот движение. Я думаю, что если бы он мне сделал там условно подсечку, то я бы упал, скорее всего. Ну или какое-то движение в сторону меня бы сделал, то я бы с большой вероятностью упал бы. То есть я как будто вот на мгновение поверил в существование бесконтактного боя. Естественно, я это могу объяснить там с точки зрения субмодальностей, допустим, да, когда есть какой-то импульс, движение, и человек реагирует автоматически, так же, как вы реагируете, если вам там пальцы в глаза сделать движение, то вы либо зажмуритесь и отклонитесь назад, там, либо как-то там отреагируете руками, там, ногами. То есть там есть большое количество рефлексов на уровне автоматизмов, которым вы просто не отдаете, ну, там, определенный уровень осознанности. И вот можно собрать эту целую последовательность этих рефлексов, на которые вы достаточно рефлекторно, не рефлексивно, отреагируете. Понимаете?
Это второй уровень, ну, условно. То есть вот есть уровень навыка, уровень реакции и уровень, когда ты проработал в себе столько импринтов, что на тебя вот смотрят, хотят вот войти в этот импринт с тобой, чтобы там дать вам обратную связь низкого качества. Они могут. В глазах нет вот этого вот крючка, который зацепит их. Вопросов полно. Как всегда, хорошо, что есть чат, где можно писать, когда не терпится. Да. Да, вот только это вот здесь мы выходим там раз в неделю. Вопрос-ответ, да? А вы представьте, что есть специальный чат в клубе НЛП, в котором можно в любой момент задать мне вопрос. Я на него в течение дня отвечу. Понимаете? Насколько это прекрасно. Прекрасно сразу все. Йоги могут сердце остановить, вызвать головную боль резкую, вызвать животный страх. Пишет Дмитрий. В уличных условиях, мгновенно рефлексируя, перекрывает эмоциональное подавление, айкидо не работает. Есть много роликов, где ударники одолевают бесконтактников. А, Василий, так про это именно речь. Я сейчас не про то, что айкидо бесконтактный, ни в коем случае. Айкидо – это очень контактный вид спорта. Про то, что если бы, например, у меня был бы какой-нибудь там уровень в боксе, допустим, там даже кандидата в мастера спорта, и мне бы сделали какое-то вот движение в лицо или там в пах, то я бы скорее таким же рефлексом именно отреагировал. И это не работает с теми, кто владеет наработанным уже, скажем так, бэкграундом, да, там, вот этих суперавтоматических реакций, на которые, ну, как бы, сначала делаем, потом думаем. И когда, если вы придете на какой-нибудь там тренинг в смысле занятия по боксу, то и покажете некую свою там серьезность, то, по сути, все занятие боксом – это встраивание определенных правильных рефлексов вместо того, что у вас есть. Ну вот если вам сделать вот это вот движение кулаком в лицо, ну не вам, а вообще в принципе человеку. Вот, Василий, можете подойти на улице к человеку и сделать вот это вот движение. Лучше взять такого сразу шизоида какого-нибудь там возьмите. У него будет реакция вот такая. То есть назад, зажмурился и назад. В боксе специально учат смотреть во время, когда тебя бьют. То есть ты стоишь в защите. Вот смотришь вот в этот блиндаж, эту вратарскую сетку хоккейную. И тебя бьют в лицо. Ты не моргаешь, не зажмуриваешься, не откидываешь голову назад. Задачей либо в сторону уйти, либо даже от удара на сокращение дистанции. Вот. Мой тренер Сергей, наверное, был бы мной доволен, если бы он слышал, что я это объясняю. Давайте еще пару вопросов, да? И хватит терпеть, напоминаю. Можно проще подавить стартовый толчок и закладка потери интереса. Ну да, конечно, можно там на противоходе ловить, можно, в принципе, давайте другой пример приведу про одного моего очень хорошего знакомого. Не знаю, можно говорить его имя или нет. Он преподает на живой бой. Вот именно на живой бой во всяких разных там организациях, открытых, среднеоткрытых и совсем закрытых, в том числе, на живой бой. То есть у него всегда с собой нож, и он показывал всякие там чудеса владения этим ножом. И даже я на нем, ну там, когда ты ему тыкаешь там ножом в него, он может сделать какое-то неуловимое движение, этот нож обратно втыкается там в тебя, допустим. Или вот он вот так вот идет на тебя, вот так вот двумя ножами вот так вот делает, две восьмерки, одну левой, другой правой рукой. И если это там, условно, там какая-нибудь ручка, маркер там или еще что-то, человек превращается в фарш буквально. И вот он рассказывает историю, где он едет, приходит он на тренинг, мы с ним там видимся, и он рассказывает, вот я вчера вечером после занятий ехал домой,
и ко мне в метро пристало три человека. Но это было 10 лет назад, тогда в метро еще люди приставали. Я говорю, ну и дальше что? Расскажи, что было. Ты их гонял там по вагону метро, они все выпрыгивали в окна на ходу, да? Спрашиваю я у него. Он говорит, нет, я там типа извинился, когда, ну там кого-то толкнул, они начали задавать там вопросы, с какого ты парень там района, года там, кого знаешь там и так далее. Он там извинился и вышел спокойно. Я говорю, в смысле? Извинился и просто вышел. А зачем, говорит он? Я прекрасно видел, что я их троих просто там уничтожу. Зачем это делать в метро? Последствия. Ну, фокус языка последствия. Там вижу, что мне нет прямой угрозы, что это чисто на словах какая-то там попытка была. Они, никто из них не пытался меня там толкнуть, ударить или еще что-то. Ну, просто какая-то была перепалка. Все, сказал он. Ну, если бы они, конечно, там достали свои там какие-то там, стали там в стойку, начали махать руками, возможно, была бы обратная связь низкого качества от него. Я думаю, что это тоже определенный такой уровень в градации между вторым там где-то и третьим. Хотя со стороны это выглядит как какое-то лоховство. И многие, кто поверил в себя и хочет, чтобы другие в них поверили, особенно после занятия, индивидуальных занятий с тренером, накрутив рога, побежали бы в эти ворота с непонятными последствиями. И очень часто в любой коммуникации мы теряем цель коммуникации, желая показать себя как-то там лучше, там, больше, ярче, не знаю, там, чем мы есть на самом деле. Вот. Если импринт можно поправить сущность, то вообще зачем нужен реимпринтинг? Сначала реимпринтинг изобрели, потом сущность. Ты нам ответ по фокусам языка мема еще не ответил, а мы ждем еще. Так вы бы тоже задавали, выкладывали. Скажу, там, напомните мне, я скажу. Расскажите про самогипноз. Можно этим заниматься без специального обучения? Ну, да, я думаю, можно, если... А какое специальное обучение? Ну, возьмите какую-нибудь йогу, медитацию, там, например, шавасану, там. Просто волевую медитацию Бахтиярова возьмите. Гипноз – это что? Это определенное состояние сознания человека, в котором снижается критичность, в котором человек находится в каком-то таком особенном состоянии, где бессознательное и сознательное соединены в единое что-то. И задача самогипноза – это просто научиться ставить цели себе или внушать себе. Внушать по определенным правильным принципам. Например, там, давать себе какие-то инструкции или там, как-то заговаривать себя или там, еще что-то делать, так, чтобы вы во что-то поверили. Поэтому тут самый гипноз, можно поставить знак равно, там, равно медитации, равно, допустим, там, любые такие практики, когда вы наедине с собой остаетесь и как-то под музыку, например, с какими-то запахами благовоний, допустим, там или еще каких-то визуальных, там, меняющихся там чего-то-то, входим в определенные состояния пониженной критичности. Поэтому тут Дмитрий спрашивает, как подавать волю человека, как подавать волю человека. В гипноз главная техника безопасности. Ночью лучше не делать. А то произойдет, как у меня вот произошло, наверное, хочет сказать Дмитрий. Как подавать волю человека? Вот так вот подавайте, от сердца. Берите сердце вот так вот. И дарите человеку волю. Ему вот твоя воля. Что воля, что не воля. Вода заканчивается. А как реагировать на скрытую агрессию родственника? Коммуникацию исключить нельзя. Делать вид, что не замечаешь, или... Ника, тут всегда, вот всегда вопрос. А что хочется? Ну вот вы подавили открытую агрессию родственника. Там же есть какие-то последствия у этого, да? Какие последствия вы хотите? Наверное, это очень правильный, точнее даже не вопрос, а фильтр. Когда вы сами у себя спрашиваете, а что я хочу по итогу?
к чему, чтобы это пришло. Если вы хотите, чтобы он вас напал и начал душить, одно. Если вы хотите, чтобы он вычеркнул вас из завещания, другое действие. Если вы хотите, чтобы он сказал такое, это третье и так далее. И все, конечно же, будет зависеть от того, какой у него психотип. Да? Например, если он там эпилептоид, то иногда надо просто подчиниться и продолжать делать все, что хочешь. Если там паранойял, то можно просто посмотреть, какая у него система ценностей, как она будет там, ну, реализовываться, закрываться, как так, чтобы вот не было вот этих перенакладок там и так далее. Ну, наверное, можно так дальше продолжать. Но мне бы лучше какую-то прям конкретику. Но вообще, если мы говорим про агрессию, то есть три способа работы с агрессией. Вот по сути. Точнее, даже не... Ну, помимо там, например, игнорирования агрессии, например, там... Ну, это вот как в айкидо на тебя давит, ты проваливаешься. Второе – ответная агрессия. Но тут нужно очень поверить в себя. И третье – это вот... Удивить или удивиться, то есть он начинает агрессировать, вы удивляетесь, такое, что произошло. Или, например, падаете в обморок, или, например, смеетесь. Или начинаете что-то такое делать, что он не ожидает. Вот это действие, оно немножко вот так вот отдергивает человека. Это первый шаг, удивить или удивиться. Второй, уйти с линии атаки. Все-таки гнев, агрессия, это вот такая направленная энергия на вас. Поэтому встаньте рядом с ним, встаньте сбоку, посмотрите в какое-то общее пространство, найдите врага совместного, ну, как бы вот, типа вашего вместе. Это может быть очень конкретный человек, например, там, другой родственник, но тут надо подумать. Это может быть там какой-то другой человек в виде там соседа, там, начальника, там еще кого-то. Или абстрактный враг. Погода, природа, инфляция, кризис, там, что угодно. И просто делать, переходите к следующему шагу. Что-то еще надо делать с ним, чтобы он эту энергию потратил. Например, там куда-то пойти, что-то написать, что-то сделать, например. Там, он начнет это делать, он потратит свою вот эту вот тестостероновую, адреналиновую там реакцию. Вот. Если не записали, переслушайте потом в записи. Есть четвертое. Еще четвертое. Заранее предупреждать агрессию, заключить его в теплое объятие, пишет Василий. Эпилептоид. Хотелось бы без коммуникации, но тут без выбора. Ну да, с этими эпилептоидами, блин. Знаете, тоже с эпилептоидами три способа борьбы. Один другого краше. Первый – подчиниться. Это иногда метод. Второй – быть крутым в каком-то другом контексте. Третий – реально игнорировать. Просто. Он на вас нападает, вы такие, это не моя движуха. Да тоже, вот знаете, Ника, сейчас такой психологический экскурс немножко в бок. Вот масштаб личности определяется масштабом эпилептоида рядом, с которым вам комфортно. Герасимов сказал. Масштаб личности определяется масштабом эпилептоида, с которым рядом вам комфортно. И вот есть такие наноэпилептоиды, маленькие. И вы смотрите на них, на их маленькие эпилептоидные наезды, и вам вообще просто все равно. Вы можете его вот так вот... И он, не приходя в сознание, отстроится. А есть эпилептоиды, как, знаете, в Кастанеде. Этот тиран, как его зовут? Тиран. И вот этот тиран, блин, как в Кастанеде этого тирана зовут? Мелкий тиран, вот. Мелкие тираны вот эти вот, которые, если вас цепляют, значит, вы еще не в сферическом мире живете, вы еще не в шаре. И ваша задача просто воспринимать этого эпилептоида как некую идею, точнее, это обратная связь, что у вас что-то не так.
что вам бы поработать бы над собой, понимаете? И вот этот вот эпилептоид, точнее, стать настолько сильнее эпилептоида, что он эту силу чувствовал и даже вот в принципе не пробовал как-то на вас наехать. Поверьте, у меня есть родственники эпилептоиды. С ними все четко ровно. Есть и в принципе, ну как бы я достаточно часто общаюсь с эпилептоидами. И как-то, ну, выстраиваешь эти границы, договоренности, соблюдаешь их. Ну там как-то ведешь переговоры. Иногда даже на автомате, не задумываясь. Но вот есть эпилептоиды, эпилептоиды, которые, ну, там, чем-то могут зацепить. Поэтому воспринимайте эпилептоида как обратную связь. Так, ну что, давайте постепенно заканчивать. Вопросы есть? Да, пожалуйста. Так, все, спасибо. Сначала пока ВКонтакте. Нет, Дмитрий, это не водка, это святая вода, вот вам крест. Хотя тут может быть водка тоже. Ладно, доброго вечера всем. Так, завершить, сохранить, опубликовать. Ну что, YouTube, нет курс. Все, нам всем спасибо, мы молодцы. По ссылкам переходим, регистрируемся в клубе. В клубе нормально, в клубе интересно, в клубе полезно. Ну, увидимся на следующей неделе, так точно.